Если ты не гей, то на лайк нажми скорей. Ха-хай, дорогие друзья, всем здорово, гангстеры, и мы вернулись к РМП на контейнеры, но сегодня с интересной темой. Короче, как-то раз я записывал, что будет, если задонатить 100 рублей, потом 200, потом 300 и так далее и тому подобное. Видосы оказались очень популярными, и я так понимаю, они вам нравятся. Поэтому сегодня у нас будет эксперимент. Что, если задонатить 600 рублей, но уже в новые обновленные контейнеры? После обновы я этого не делал. И я уже задонатил 600 рублей, пацаны, сегодня утром, поэтому 600 тысяч у меня по-прежнему на балансе. Никаких 3x дня, ничего нету, хотя я мог это сделать раньше, когда был 3x день, тогда был бы эксперимент еще интереснее, когда вышла обнова. Короче, тем не менее, пацаны, погнали на конты. Наш сегодняшний план — это поднять хаммер или какую-то, ну короче, дойти до американского контейнера или да хотя бы до европейского и поднять SLS. Короче, эта серия 600 рублей, от 600 рублей до хаммера, погнали. Короче, нам нужен какой-нибудь контейнер, желательно транспорта России. Если его здесь нету, то мы пропускаем эту партию. Да, есть. И, братишка, брат, сори, но я забираю. Короче, не надо объяснять ему. 307 тысяч, я забираю его. Нет, не могу за 307. 315 тогда поставлю, пацаны. Пацаны, я этот заберу, я очень на копейках играю. Вы забирайте нормальные конты, я копеечные пока буду забирать. Но мои копеечные не перебивайте ни в коем случае, иначе это будет очень плохо, пацаны. Моргенштерн накажет всех. Короче, я надел скин Моргенштерна, хотя у меня Пабло Эскобара скин лежит, в общем-то, в инвентаре. Но что-то я подумал, что с этим скином мне везло больше, с ним больше пройдено, и почему бы его не использовать в этой серии, в которой нам нужно подняться по хардкору с 600 рублей. Короче, она если закончится, эта серия, мы можем уйти в дно. Такого еще не было, но это может произойти. Но я на это не рассчитываю, я рассчитываю только на охранительный окуп. Смотри, с первого конта Лада Веста, ну она 317. О, она 500 стоит, смотри. И что у нас в итоге уже, смотри, 830 тысяч. Мы можем таким образом открыть какой-нибудь спецтовары за 15, слушай, спецтовары за 15. Не, ну там как бы можно достать ингредиенты для крафта кобры, но я уже все достал, пацаны. Я вас прошу мне продать какие-то еще, какие-то мне там надо, я сейчас покажу, пацаны, кто-нибудь. Одолжите, подарите. А что, у меня альт не работает? Левый альт сломался? Бля, прикиньте, кнопка левый альт сломалась. Что за бред? Чтобы открыть контейнер. А, часть инвентаря надо освободить. Я кнопку ломаю, блядь, сижу. Так, ну я освободил часть инвентаря, поэтому забираем мебель за 150. Сразу ставим 155, потому что чувак у нас уже хочет забрать. Короче, я положил все в багажник. Но я не уверен, что я его закрыл. Если кто-то проверит этот багажник, вроде никто не видел, что там что-то клал. Оттуда спиздят нормальные вещи. А там большинство вещей, кстати, на крафт. Блин, еще такая же тачка здесь стоит, не перепутать бы их, пацаны. Короче, последний контейнер мы забираем, сейчас посмотрим. Мы ставили 155, на балансе у нас 831 тысяча. Мы можем спокойно сейчас зафармить лям, пойти открывать китайский, если мы выбьем там еще, блин. А чем мы можем выбить-то? Мы можем выбить там, конечно же, замечательную Субару, которая у меня уже есть, но типа, блин, по-любому оно выпадет. Чувак в комментариях какой-то написал, даже я это вставлял в лучший комментарий о том, что... Ножкером бит, пацаны, выбил нож, бля. Продать в порту или в антиквариате за 13? Ну, конечно, здесь самовар, ебать, я давно не открывал. Фигурка пришельца, это трансформер какой-то, да? Кресло, бля, проперданное. Настольная лампа пыльная. Че это, телескоп, блядь. Еще один. Ебать, а звезда, че, золотая корона? Корона экстра. Ой, слушай, она окупает золотая корона. И это, спутник? Это вакцина, типа, спутник? Продать в порту, пацаны, было 831 тысяча, уже 903. Пацаны... Это нормальная тема, пацаны. Давайте, пацаны, 7 секунд до открытия русского контейнера. Надеюсь на окуп. Там еще Тимурка тоже открывает. Нормально. Тимурка вообще нервничает. Нормально. Я тоже нервничаю, пацаны. Потому что у меня денег немного на руках. Хочется не уйти в минус, а уйти в плюс. А вот эта тема, пацаны, это 700 тысяч. Это 3x, пацаны, просто на ровном месте сделано у нас. Так, идем сюда, идем сюда, идем сюда. Быстрее. У них тут борьба уже 300 тысяч. Он от... Тимур отдал Олегу? А ты что, брат, сдался, что ли? Леха, это... Давай посмотрим, там, смотри, там Киа. Ты спаунишь, нет? Контент. Он не уступил? Ну, слушай, он 500, он заработал. 500 тысяч, нормально. О, пацаны, вот эта тема уже, вот эта тема. У нас уже 303 тысячи уходит сюда. Мы почти дошли, смотрите, 1000. 1337 у нас баланс, я даже не заметь. 1337, пацаны, это значит, сегодня будет лютый 322, пацаны. Надо было 322 тысячи поставить. Я могу еще поставить? 322, давайте поставим, чтобы 322 занос был. А, мы не можем свою же ставку перебивать? Я не знал, короче, этого момента. Ладно. Тем не менее, короче, есть все шансы уйти на китайский контейнер, там словить Lexus, который будет 7 миллионов стоить, мы его продаем, соответственно, потом открываем американский контейнер, выбираем хаммер, и это наш план сегодняшней серии. Я отвечаю, если это будет так, шанс там 2%, не знаю, 1 даже, какой 2% это много, мне кажется, 0,5%. BMW, купе, слушай, а сколько стоит такая? 387 тысяч мы в плюсе, это, конечно, классно, но уже все конты русские разобрали, конечно, пацаны. Ой, бля, SLS выбили из Дубая, смотри.
Ебать, чуваки, окупились, так. Так, там транспорт. Я Олега перебиваю, пацаны. Я Олега перебиваю, он Тимуру не уступил, я перебиваю Олега. Я перебиваю Олега. Тимурка хотел. Я хотел оставить Тимуру, Тимур не взял, потому что Олег пришел и перебил. Вот. Ау, а что он тебя опять перебил? Ну я перебил его, понимаешь, чтобы это... Веста же окупная, 500 тысяч. А что ты тогда не борешься за контейнер? У тебя же бабки есть, я думал, у тебя 303 последние тысячи, а ты не борешься. Ну, или ты больше не хочешь ставить? Ну, чел 200к поднял, слушай, сегодня поднимают, пацаны. Бля, ну сегодня реально бич-серия, смотрите, какой у нас комплект. Мне нужно по-другому было одеться. Ждал, пока мне кажется, если я надену скин Эскобара, то он будет более бичевым. Блядь, сука. А, нет, окуп? Ну такой, в 1900 рублей, блядь, хотите окуп? Пиздец. Ладно, еще осталось, ну сколько там, 400 тысяч, пацаны, изи сделаем. Опа, я вижу Почту России, все на него бегут, пацаны, но я ему не отдам никому, не. Пацаны, Почта России — это мой контейнер, исключительно сегодняшняя серия, я его забираю, я хочу с него купиться. Вот русские контейнеры стали реально лучше, потому что я помню, как из них падало в прошлые разы до обновления. Сейчас с обновлением в этих контейнерах стало реально, пацаны, ну, сыпаться почти всем окупная тема, потому что, ну, он самый дешевый, понимите, пацаны. Лучше дубайский, понимаете, там, ну, чувака наебнуть на пару миллионов, там, да вообще на 12 на все наебывают. А чем здесь? Человека, который вот только-только там 300 рублей последний задонатил, хочет как-то начать играть. Ну, я думаю, исправили, скорее всего, в пользу русских. Должны были исправить. Если после этой фразы мне выпадет говно, конечно, будет обидно, но... Ну да. А я специально это все базарил, чтобы пацаны просто, ну типа, ну... Контейнер смирился надо мной, такой, ну да, так и есть. А так не произошло, сука. Так, что, все что ли? Нету ничего для меня? Так, пацаны, транспорт. Транспорт, Тимурка, ну я ему обещал уступить, но он же вроде открывал. Не-не-не, Тимурка, сори, ну, бля. Я опять напиздел, получается. Ну он же открывал. Открывал. Ну, я же не должен был ему именно этот уступить, да ведь? Он же там какой-то открыл, веста выпало, все хорошо. Ну типа, ну блин. Так договаривались, но я ничего не сделаю, пацаны. Я тоже хочу открывать, пацаны. Я тем более тут херачу как не в себя. Вот у нас собралась тусовка. Обычно, когда я открываю дорогие конты, здесь просто мега склад тачек. Просто там на 2 миллиарда всегда тачки приезжают сюда. Скинов там еще на полмиллиарда, блядь. А сейчас у нас в итоге здесь, ну такси вот. Мотоцикл. Ну там одна моя, но это не моя тачка, ладно. Ну короче, вы поняли, да? Как сильно разнится. То, какой именно я контейнерка. Волга. Блядь, ну 2 конта в минус, это плохо. Я хотел подняться. Я думаю, надо подняться на одежде. Что, блядь? Субару, подожди, блядь. Опа. Подожди, она так и выглядит? Блядь, или это дефолт? Почему на ней наклейка какая-то? А сколько Субару стоит? Она 90. Лямов? Да. Это что, это... нормально. Это что, реально в винилах выпало? Да, вот. Ты ёбнулась, что ли, слышь? Какой шанс, блядь? Ты что, малый? В другом цвете? А есть типа двух цветов вот эти штуки? Да. Они разные же. Бля, да ладно. А, нормально фартануло, да? Ебать, серьезно? За 90 лямов? Вот это... Дай сфоткаю, бля. Ты тоже хочешь? Охренеть, бля, пацаны! Я никогда не видел, чтоб при мне... Ладно, не я выбил, конечно, хотелось бы мне это выбить, но бля... Чтобы это... Кто-то выбил? Бля, да отойдите, я хочу засфоткать, блядь. Ёбнешься. Какой бред, бля, пацаны. Я шел к китайскому контейнеру, меня раздело на полпути, и сумка кому-то выпала. Блядь! Обидно. Короче, у меня программа просто ломается. Я не знаю, что с ней происходит. И мне страшно за нее, и страшно за запись, потому что, ну, типа, приходится останавливать, что-то поломалось. Ну, я думаю, вам это не интересно, вам интересно, что здесь выпало. Вроде как в плюс. Ну... Бля, я не знаю, как-то не похоже, каких-то крупных сумм не вижу. Ну, гироскутер 300, да? А, ну нет, есть окуп, но он небольшой. Либо вообще в ноль. Ну, как было 1 100 000, так и есть. Как-то мы на месте топчемся, пацаны. Хочется жесткого окупа, хочется одежду открыть за 480 тогда в таком случае. Там хоть бабки зафармим спокойно. Собственно, вот и одежда у нас, пацаны, подъехала, да? Вот я вижу дубайский контейнер с одеждой, его и заберем. А почему парень, вот который именно... Брат, вот там таких еще много. Ну, я тебе реально говорю, я именно этот хочу. Почему ты сегодня, ну, у нас с тобой так получается? Скажи мне. Мы за одни и те же контейнеры с тобой боремся. Как так вот?
Бля, как так-то? Вот почему? Я вот хочу дубайский. Вот из-за вести парня я тут вижу дубайский с одеждой. Там еще есть с одеждой. Три контейнера, пацаны. Он берет и вот открывает, именно мой приходит. Я не знаю, как он угадает. Что он там, ванга какая-то. Ладно, 5 секунд. 500 косарей за него отдал на 20 тысяч больше. Но это не страшно. 1 107 000 на руках. Я хочу хотя бы 200, не знаю, 300 с него поиметь сейчас. Ну, типа, меньше никак. Давай. 96, найс. 64 это точно не окуп. 48. А, нет, 64 окуп, а вот 48 нет. Ага. Ну, есть, есть окуп небольшой, но... А, нет, большой уже окуп есть. Уже неплохо, уже неплохо. Ну чё, ну где-то мы, наверное, 1250 заработали, да. Неплохо. Транспорт за 300, пацаны. Этот я забираю момент. Этот я сразу забираю, пацаны. Вот этот подход сразу мне нравится. 303 тысячи. Тимурик не подошел? Все хорошо, пацаны. Забираем. Бля, вот сейчас надо молиться, чтобы выпала главная классная тачка за 1 000 000. Kia Rio, если упадет за 700, будет вообще пушка. Или что-нибудь еще даже дороже. Падают тачки дороже, но нам не падало. Учитывая то количество раз, которые мы открыли, нам выпадет что-то, я уверен. Будет 1 800 000, мы идем открывать... Китайский, но там уже выпало кому-то Subaru. 2 SLS еще выпало, блядь. А я просто стою в стороне. Не понимаю. Что за насыпалово? Бля, у меня багажник открыт. Надеюсь, ничего не сопрут. Надеюсь, ничего не сопрут. Забыл закрыть багажник. Волга обоссанная, фу, несчастная. Ну, бля, все, что заработал, оставил на Волгу. Да, блядь. Ну, что, серьезно, что ли? Олег 1.5 ляма выбил с какого-то конта. Он не оставил себе, но забрал 1.5 ляма, блядь. Серьезно, с конта с русскими тачками, блядь. У меня аж язык заплетается от такого, блядь. О, я вижу две почты России, но я забираю ближайшую. Тимурик опять сюда прибежал, Тимурик. Тимурик, 3-2-2 ставлю. Тимурик там вдалеке есть, вот вдалеке поборись там. Тимурик убежал, все, Тимурика слили, Тимурик убежал. Ну дай. Вот там в конце есть, никто не забирает. Почему ближайшие все бегут забирать? Почему так? Я тоже, конечно, ближайшие забираю. Мне сейчас кажется, я просто так приехал. Что говоришь? Я не верю, я не верю. Я тоже не верю. Не знаю, чему там не верят, блядь. Блядь, вот эта кепка просто на пол ебала залезла. Как так? Брат, кепку сними, заново надень как-то, неважно, на тебе синит. Открываем, пацаны. Веста, ну Веста хотя бы, 200 тысяч, слава богу, вернулись бабки наши. Так, там вдалеке я вижу два ки... Так, бэха кому-то выпало, да почему так-то? Тимурику десятка, Тимурик обосрался, сори. А кому-то бэха тут пала, блядь, надо было этот открывать. Так и чуял жопой ведь, а? Так, подожди, что у нас есть? Одежда за 80, транспорт за 5.5, транспорт за Дубай. Что там с Дубая выпадет, интересно людям? И спецтовары. Ну, херня. Вы понимаете весь бред, который происходит? Раз СЛС, два СЛС, три СЛС, пацаны выбили на ровном месте. И Субару, когда я пришел сюда, сука, открывать... Какие-то обосранные русские контейнеры. Но типа, я не буду нарушать своего челленджа и вашего в том числе. Вот, ну бля. Ну пацаны, ну так не бывает. 3 СЛС, я мог все забрать отсюда. И Субарь. Ну Субарь вряд ли, я бы открывал, дорогие, я бы на Субарь не повелся даже 100%. Я вижу транспорт России, на него все бегут уже наши ребята. Но вы понимаете, что шансов у них нет, потому что забираю его я. 305 тысяч я за него ставлю. А, за него уже поставил Тимур. Ну, Тимур, ну тут вариантов 0, потому что 322 я готов за него отдать. Я думаю, Тимур не будет уже переплачивать за этот контейнер. А если и будет, то пускай. Что опять вместе? Ну, конечно, мы же за одним контейнером здесь пришли. Тимурика, конечно, хочется порадовать, но Тимурик тоже порадовался. Понимаете, да? Он в плюсе, да, в минусе. Я тоже так же, блин, на балансе. 1 342 000. Вот остается совсем немного. Еще какой-то школьник прибежал, ну... Брат, ты сегодня на какие оценки выучился? Получил 5? Или он в садик вообще ходит? Неизвестно, короче, не узнаем этот момент, он замолчал сразу. Салам алейкум, дайте подойти, там очень для меня важная вещь. Там очень важна для меня вещь, и это... О, Honda, бля! Бля, лям 200, ебать, Тимур, сори! Бля, чел, это просто окуп! Бля, чел, это просто 2 200 000, все, идем за Субару. Идем за Субару и потом уже... Не, ну я хотел Lexus, конечно, выбить, а потом открыть американский и выбить Хаммер. Ну, бля, пацаны, это получится у нас, это получится! Уже есть окуп, найс.
Пацаны, мчимся, я вижу китайский, это просто все, это, блядь, скотакси, не задави меня, пожалуйста, на пути к тому, что я сейчас отсюда достану тачку. Меня просто будоражит одна только вот возможность отсюда достать тачку за 5, за 7 миллионов, пацаны, это будет жестко. И мне хочется это сделать, потому что это прямая дорога просто к американскому контейнеру, который мы вот сегодня и запланировали подняться до китайского всеми вообще возможными потными путями, открыть, чтобы повезло раз и повезло два. Вот это будет просто великолепно, но шанс такой, конечно же, имеется, но... Ну, блин, ладно, в любом случае, посмотрим, какой этот шанс. Все собрались, серьезные дяди, не бомжи. ДМчик, ДМчик, ебать. Какой-то бич стреляет, а значит, там окуп. Поднялся, нет? А, сколько это стоит? 2300, найс, это хорошо. Это, пацаны, хорошо, это у нас уже окуп. Это у нас даже 2 миллиона 700. Да даже, может быть, возможно, хватит на 2 конта. Ну, плюс-минус, да? Будем надеяться, что еще один окупится. Пацаны, еще есть шанс. Kia Rio выбил Тимурчик, найс. Наконец-таки Тимурчик окупился. Мы все за него болели с вами. А, пацаны, это Тимурчик так забрал тачку? Или как это понять? А почему она тут? Почему? Бля, тут просто, посмотрите, 3 СЛС. Я все еще, бля, не понимаю, как так. Пацаны, 1 800 000. Тимурчик стоял здесь. У Тимурчика хорошая аура. Знаете, что я забираю этот контейнер. Пацаны, вот я сейчас не представляю. На моих руках, конечно, много денег. 2 миллиона, там, 800 тысяч. Это уже хороший окуп. Можно вроде бы остановиться, показать, что как вот я поднялся там с 600 рублей. Но это будет бред полный. Это будет слабо, пацаны. Вы сами знаете, что я так не люблю. Я люблю, когда прям жестко. Когда у нас реально можно подняться до хаммера. Фух, 9 секунд. Почему этот Егор, у него ХП вот всегда на нуле, он не дохнет? Если по нему треснуть, он умрет? Он что, на гэме, что ли? Он что, почему он не дохнет? Почему он не дохнет, пацаны? Почему тут пусто? Где машина? Там какая-то есть тачка за 2 миллиона 700. А что? Что за машина-то? Пацаны, здесь машина какая-то, вы видите ее, нет? Мотик? А я думал, там Субару, а я, прикинь, продам как дебил. Это же будет вообще пиздец в таком случае. Ну это окуп, пацаны, это уже 3600, это 3700. Два раза повезло, это хорошо. Надо еще один, и мы можем, имеем шанс открыть европейский, либо американский. Хоть какой, похрен, СЛС, Хаммер, без разницы. Соответственно, мы открываем этот же, который был вот здесь, на этом месте. Сюда запрыгнул бомж на велике. Бля, какой серьезный. Он прям как будто с Аризоны какой-то приехал. С, я не знаю, с Адванса такое прям. Весь на этих, на дефолтных этих. Короче, вы поняли. А почему они, почему у меня все происходит? Какая-то магия, блядь. Тачки застревают, тачки не появляются. Бомж телепортировался как будто бы. Ну, я не знаю, какие-то, видимо, баги происходят у меня на компьютере. Вот, надеюсь, этот баг направлен на окуп. Там что, Тимурчик у нас? Нет, там Ричард окупается. Почему я сказал окупается, если он не открыл? Давай посмотрим. Вот он открывает его, да? Суба? Ну-ка, давай, открывай. Подожди. У меня мотоцикл, я уже, блядь, отсюда вижу. Ладно. Придется про... Ну, блядь, ну там тень, блядь, палит. Ну вы что, гоните? 2700, найс, все, мы в окупе. Ему выпал ГТР. Ну тоже неплохо, но у меня прям хорошо. Сука, как меня сейчас бесит то, что мне не хватает 1 миллиона всего лишь для того, чтобы открыть контейнер. Еще один китайский должен нас выйти, вывести в окуп. Если этого не произойдет, это будет жопа. 50 открывай, секунд, так вот он, открывай. Вот он, найс, найс, пацаны, это прям для меня. Приехал контейнер, который переспавнился, это вообще хорошо. Мы его забираем, пацаны. Вот сейчас вся надежда. 3 миллиона 600 тысяч, ой, что несу, блядь, 4 миллиона на руках. Один надо в плюс. Нам надо, чтобы отсюда выпала тачка. Леха. За 2 800, да? Ну да, получается. Бля, как это сложно, пацаны, вот сейчас до 5,5 подняться, я прям понимаю, что я рискую сейчас. Бля, ну ладно, 700 тысяч риска тоже немного, 4 на руках уже во всяком случае есть. Посмотрим, что выбьем. Я рассчитываю на все, блядь. На Субару, конечно же. Открываем. Lexus, найс, бля! Ебать, так как я и хотел, пацаны, ебать, подожди. Да влюсь, это сколько у нас на руках? Имеем ли мы теоретически шанс дойти до дубайского сегодня? Блять, вот это имеем, конечно. За 5,5 сейчас открываем конт и имеем этот шанс. Еще китайский имеем открывать. Вот это сейчас пошла жара, пацаны. Вот эта серия стоит уважения, блять, и вообще лайков. Че, опять выбили? Мерс, вы посмотрите, что они выбивают для сегодня. Посмотрите, что происходит. Я вижу американские, пацаны. Вот эта тема нам нужна. Вот эта тема нам нужна. 5,5 миллионов, пацаны. Там Хаммер, просто я представляю, как он там лежит, блять. Бедный уже заждался, пацаны. Хаммер заждался. Хаммер просто меня, пацаны, заждался.
Открываем. 8700, блять, вот на этом моменте уже можно, казалось бы, остановиться. Сделали больше, чем 10x, 12x, это в 12 раз больше, чем мы задонатили. То есть, по факту, мы задонатили 600, а уже имеем доната на 8, там, с хреном тысяч. Это уже охренительный результат, я вам показываю, что он классный. Да, но мы пришли за тачкой, а не за бабками. Бабки, конечно, вещь классная, но, блять, все мы играем ради машин здесь, ради имущества, ради эмоций. Поэтому я хочу их получить. Поэтому я открываю этот контейнер. На ваших глазах, смотрите. Ой, блядь, говнище, ебаны. Ладно, но мы имеем еще бабки, чтобы открыть еще такой же, да ведь? Имеем, все хорошо. Не огорчаемся, ну просрали и просрали, ничего страшного. Значит, следующий повезет, это топ 100%. Так, они что, не забрали китайский? Ебаные дебилы. Вот он, давайте нашаманим на него. Ми выбил хаммер. Вот так вот сделали, все. Открываем под... В смысле, хаммер появился. А кто выбил хаммер? Пацаны, кто хаммер выбил? Пацаны, вы что, хаммер выбили? Бля, ну не говорите нахрен. С какого конта выпал? С какого хаммер пал? С Дубая? С Америки? Серьезно? Блядь, да я не понимаю, блядь. Блядь, да блядь. А, с Дубая? С Дубая выпал, да, не с Америки? Ты... Да, все, слава богу, блядь. Фу, нахрен, блядь, я уже думал, все, пиздец, пацаны. Какая-то BMW выпала всратая, опять минус миллион. Ну что, серьезно? Ну, пацаны, ну дайте, СЛС там, я не знаю, что-нибудь. Бабки есть, крутись, все, есть бабки, все. Вот еще один шанс, пацаны, еще один шанс. Я чуть не ушел в тильт. Но хаммер уже выбили, бля, вот вы серьезно? На сегодняшних, на моих глазах выбили Субару, выбили хаммер и 3 СЛС, блядь. Я даже не знаю, как эту серию назвать. Бля, пацаны, я бегу за американским контом. Который вот сейчас обязан мне просто высрать хаммер. Если нет, то это все. Следующие будут европейские, если мы, конечно, до них дойдем и поимеем возможность. Это просто трэш. Это трэш-контент, пацаны. Я рад за пацанов. Конечно, не я выбил, но то, что факт того, что вообще выбивается на контах. И хаммер, и Субару просто. Она еще такого раскраса. Вот есть та, а есть такая, да? Или дело в перекрасе, подожди, это же тот раскрас. Короче, я не понял, дело, наверное, еще в цвете, который ты покрасишь, или нет? Или так и есть реально красная на черном? Ты. Ну там не хаммер, да, я вижу по тени, но... Надеюсь, окуп. BMW. BMW, не, блядь, BMW здесь не окупаются, 3 миллиона, блядь. BMW не окупаются, пацаны, это обидно. Пацаны, я бегу за открыванием, блядь, я уже, у меня язык заплетается, потому что это вот этот шанс последний, ну действительно, ну больше нету шансов у нас в таком случае. Мы забираем этот конт, никому его не отдаем, хаммер, вы, вот тут все уже, я просто, ну блин, знаешь, блин, ты думаешь, я, блядь, все, я... Короче, я думаю, что вот когда выбивается уже тачка вот такая, типа Субару за 90, хаммер, ну может потом не дать. Ну хотя, с другой стороны, здесь все на рандоме. Я не думаю, что здесь там, блядь, сидел какой-то хакер, прописан. Так, если этим выпало, то там неделю никому ничего не падает. Такой херни, я думаю, ни один еблан не готов написать. Ну, зачем париться, если просто рандом сам по себе решает. И жадность человеческая, в том числе моя, которая сейчас меня заводит третий раз открывать этот контейнер. Уважение в минус, а когда уважение в минус, значит мы уходим в плюс. Американская, да, машина, базару нет. Стоит 3 миллиона. Ну, блядь, ну сами видите, да? Сами видите? Тем временем я открываю, пацаны, китайский. 6 секунд до его открытия остается. Я, короче, немного тильтанул. Ну, бля, ну, пацаны, было 6 миллионов, стало 3. Ну, такое бывает, ничего страшного. Зато сейчас можем окупиться вообще спокойно. И без лишних слов. Ну нет, видимо, нет, блядь. Что такое происходит? Что такое происходит, блядь? Вот они открывают американский, да? Кадиллак выбивают, блядь. Кадиллак стоит 7. Мне не выпало такого, блядь. Пацаны, там просто огромная куча китайских контейнеров. Я даже не знаю, здесь огромный шанс получить Субару. Это у меня последние бабки, которые у меня есть на этот контейнер, блядский. Я просто буду в шоке, если тут пацаны выбьют Субару. Здесь просто столько контов. Если они их не будут открывать, они будут просто последними дебилами, я считаю. Они просто у них стоят и, походу, ждут, пока они пропадут. Бля, ну так, пацаны, делать не надо. Так, кто-то там открыл. Я краем глаза что-то не вижу там. Ну, какая-то херня, видимо, выпала, да? Что такое там? Слышь, ты только не говори, что там Субару выбил, Олег. Нет, ну слава богу. Пацаны, я не знаю, что еще. Honda 700 тысяч, блять. Вот если у нас сейчас нету денег. Уважение в плюс, да? У нас нету денег, блять. Это как? Это ну как так-то?
Короче, пацаны, я думаю, я закончу эту серию, ну потому что, ну, 100 миллионов, ну типа, ну мы снова, если будем открывать русский, я думаю, вы выключите это видео нахрен, потому что, ну вы уже поняли, что мы исчерпали все свои шансы, они, конечно, были, но вы посмотрите, что пацаны сегодня выбили, от этого серия становится как раз-таки интересной. Хаммер сегодня выпал, ну не нам, конечно, 3 нахрен СЛС, 1 СЛР, это просто пиздец, и Субару, я никогда в жизни не видел, как выбивали Субару, целишься, блядь, страшно. Короче, пацаны, ставьте лайки, в любом случае мне повезет в следующий раз, вам тем более, если вы поставите лайк. До скорых встреч, пока.